ребята, так, чтобы вам было очень сегодня вкусно. Мы сегодня, так как у нас ребенок был на слеповере, мы сегодня завтракаем не дома. И решили позавтракать вот в турецком ресторанчике. И хотели показать вам вкусняшки, которые мы здесь очень-очень любим. Вот это наше самое любимое блюдо. Я на нем очень сильно долго заостряла внимание. Баранины очень много мы заказали. Баранины. И мы заказали что? Только баранину? Это микс. А микс с чем? Нет, там, по-моему, только была баранина. В общем, хотели показать вам вот это вот все-все-все-все-все нам здесь обойдется. Во сколько, папулечка? $35. $35, чтобы семья позавтракала и получила... Это хороший плотный обед, это не завтрак. А который сейчас? Пол-первого. Пол-первого, хорошо. В пол-первого позавтракаем. Хороший плотный обед. И всем желаем тоже приятного аппетита. Приятного аппетита. Пока.